красивом местечке под Нерюнгри на берегу речки Беркакит располагается экспериментальная школа-интернат «Арктика» для детей коренных малочисленных народов Севера. Эта школа была образована в феврале 1999 года и находится в преддверии своего 25-летия. За время своего существования школа «Арктика» достигла больших успехов. За инновационную деятельность школа вошла в сеть президентских школ, стала лауреатом 5-й Московской международной выставки, получила грант президента Республики Саха-Якутия, грант Всероссийского конкурса приоритетного национального проекта образования, награждена знаком «Золотая опора России». Школа «Арктика» является федеральной и республиканской экспериментальной площадкой по реализации проекта возрождения языков и культуры народов Севера. Вошла в сеть школ ЮНЕСКО. Во все эти достижения внесли свой вклад те, кто трудится в этой замечательной школе. И, конечно же, самыми почетными, уважаемыми людьми являются ветераны, с которыми мы вас познакомим. Одна из легендарных личностей — Людмила Максимовна Носкова, педагогический стаж которой насчитывает более 50 лет. Она приехала с Урала в Нерюнгри в далеком 1985 году. Является известной поэтессой. В Арктике появилась где-то в конце 90-х. У меня здесь работала приятельница, и она мне, и Арктика меня приглашала просто почитать стихи. А потом, в общем-то, мне предложили вести курсы «Основы журналистики». Так вот, «Основы журналистики» нужно было, во-первых, написать самую программу. Я нашла, все перелопатила, там всякие эти книги написала. И вот вела «Основы журналистики». И еще готовила ребят к ЕГЭ. И еще у меня была группа, которая называлась «Синкен». В переводе с аминкейского это значит «удача». С ними собирались, они писали что-то, стихи, песни иногда, рассказы разные. Мы выпускали журнал «Синкен». Я не знаю, сохранились или нет, потому что давно уже это было. Вот. Это было очень интересно и для них, и для меня, и, в общем-то, очень познавательно. Мы выступали с ними в других школах, в общем-то, ходили, ставили постановки, делали концерты. Это было очень здорово. У Арктики в душе моей особый статус. Здесь теплый круг моих друзей. И верю свято, что будут сильными людьми ее питомцы. Надеждою родной страны, лучами солнца. И будут часто вспоминать все годы эти. Ведь Арктика для них как мать одна на свете. Недавно у меня вышла вот книга, называется она «Я буду стучать в ваши души». И тут есть раздел «Школа, храм мой, каторга моя». И там есть, в общем-то, стихи и об Арктике, и о людях Арктики. Я подписала только, в общем-то, Клавдия Иннокентьевна, вот тут вот подписанная книга. Мы с ней вместе, в общем-то, это сотворчество. Это у нас не сотворчество было, мы с ней, она переводила мои стихи на аминкийский, они выпускались в газете «Илкен». Вот с удовольствием и на добрую память. Спасибо. Я же тут немного работала, поэтому потом вышла на пенсию, но с Арктикой я не теряю связи. А самое главное, я благодарна так Арктике, что они никогда не забывают меня. В праздники, в будни, и с подарками приходят, и приглашают меня на вечера, и... Юбилей. Да, на юбилей, на все. Ну, в общем-то, я чувствую себя частью этой Арктики. И, в общем-то, особое место моей души. И я от души желаю Арктике всего хорошего. Учителям терпения, ребятам вдохновение, вот, Арктике процветать. В школу «Арктика» приезжают дети из северных улусов республики и других регионов, где живут оленеводы и охотники. Здесь они приобщаются к занятиям своих родителей и получают основу ведения традиционного хозяйства Севера. Всем этим навыкам их обучала мастер по оленеводству Надежда Дмитриевна Марфусалова. Я работаю здесь с открытия школы. И я как ветврач
Тогда я работала в совхозе «Золотинка» уже 20 лет, главным ветврачом. И с сентября 99 года уже я стала мастером производственного обучения по оленеводству. И сразу думала, программу составила, где-то немножко списала, конечно, с Красноярских коллежа, что ли. И мне сказали, может, для младших классов, тогда шестые классы были, шестой, седьмой, восьмой класс, я только теоретическую часть составила, как сказала, да, и сразу подумала, надо же еще практическую часть, и у нас тогда здесь в Нерюнгере семья жила, оленеводческая община, Бугат назывался, наш земляк Григорьев, прямо сама к нему домой и говорит, давай я буду к вам с ребятами на зимние и весенние каникулы, хотя бы человек 8-10, типа для практики. И он, что думаете, сразу согласился, и мы с этим предложением Виктории Петровны, она же человек такой, все поддерживает, да, и сразу поддержал. Теоретическую часть я просто начала, что такое олень, кончая на один год, на теоретическая часть была, кончая, что такое олень и болезнями, как по своей специальности, да. А потом загвоздка. Как мы доберемся до Бугата? Отсюда же 200 километров же этот Бугат. Тогда дорога была хорошо. Тогда стояли, кто такие стояли-то? Какая-то фирма большая, ну, золотоносная, наверное. Они себе зимник организовали, поэтому зимнику можно было добраться до Бугата. И мы сразу, так, идея тоже Венера Петровна, ей большое спасибо, поехали. Там нас тоже поддержали, зачем едете, куда едете, и сразу машину дали. И мы первая поездка набрали детей, кого хочешь, да, мы забрали. В основном оказывается записались именно таежные девочки, а мальчики были в основном усмайские, почему-то у них оленя нету, но они были записаны. Они у меня были боевики, как называла Виктория Петровна. И мы приехали, и нас хорошо встретили оленеводы. Оказывается, у них даже в избушках мы жили. У нас там всего мы 7 дней, и на 7 дней я тоже разбросала другой индивидуальный план работы, чисто практическое. Мы, девочки, сразу на кухню, мальчики сразу дрова, вода. И один мальчик у нас постоянно за рабочими оленями ходил, потому что дедушка постоянно на охоту ходил, и для него специально этот наш мальчик пригнал рабочего учака, можно сказать, да. И вот так мы, можно сказать, 5 лет всего ездили, пока золотари стояли там. И потом уже 6-й год учебы, нам некуда ехать, и мы с Николаем Васильевичем Назаровым задумали «Бугат-2» во втором корпусе. Та же программа, только я придумала экономическую игру. Как я специалист сельского хозяйства, взяла тоже эти общинные программы, годовой план сделала им. На начало года сколько оленей должно быть и сколько потери. Это все я действительные минсельхозовские данные использовала, и им задание дала, что они все, даже им я дала это, задачи типа, вот конец, начало года столько оленей, всякими этими утерями и получением молодняка, вы на конец года сколько у вас должно быть прибыли. Вот они у меня читали, первые 2 дня у них шло как будто на это. Потом они на 5-й день, когда мы жили во втором корпусе, они якобы отчитывались. Уже год кончается, и они у нас, Николай, мы как будто министерство или директора совхоза сидим Николаем Васильевичем, они нам отчитываются, сколько у них прибыли. И мы
Николаем Васильевичем потом смеялись. У них чего только не было. Они вертолет, они на бензин. Это тратили столько-то, а вертолет зря заказали, то да все. Они еще, чтоб оленей своих государству не сдавать, они столько-то дикого оленя забили и вместо них мясо сдали. Ну, в общем, так мы с Николаем Васильевичем-то хорошо работали, играли, ну, играли, конечно. Ага. Ну, все, я про это хотела вспомнить. И все, и до сих пор я работаю в школе «Арктика». Михаил Денисович Буланый, электрик с 60-летним стажем, по возрасту ровесник Великой Победы. Его стараниями в школе «Арктика» все функционирует исправно и четко. Ну, я в этом городе с 77 года. Работал в водоканале. Тогда еще ПТС был. А в 5-м году... Вместе работали, товарищ сюда перешел. А у них как раз электрика не было. Ну, пригласил меня, говорит, подойдите, поговорите с директором, с которой Петровной. Поговорили, она говорит, давай. И я пришел. И с тех пор здесь. Ну, что сказать. Я, как электрик, приглашали в школу подрабатывать. И вот я, когда сюда пришел, мне очень понравились ребятишки. Здесь, по сравнению с городскими, здесь небо и земля. Ребята здесь хорошие, вежливые, культурные. Ну, вообще, ребятишки молодцы. Ну, всегда с собой поздоровается, спросит с ними, как по возрасту. Если что-то это, и там отругаешь немножко, они понимают, что за дело. Особенно девчата зимой бегают раздеты и говорят, девчонки, сразу все поняли, дядь Миш. Ну что, работаем потихоньку. Здесь Виктория Петровна вот, вообще молодец была, это же она основатель этой школы. Вот. По работе всякое бывало с ней. То есть работа есть работа. Да, коллектив спаянный здесь, между прочим, хороший. Сейчас уже многие поменялись, но все равно, как говорится, традиция, она идет. Учатся дети хорошо, значит, преподаватели хорошие. Вот. Какие еще? Тут у нас же и медалисты всевозможные, и серебряные, и золотые. Это значит, о чем говорит, что коллектив учителей свою работу выполняет не на 100, а на 120%. Много лет проработала в школе «Арктика» Татьяна Николаевна Платонова. Я хочу рассказать еще об одном человеке, которого в Арктике называют солнышком. Это наш психолог Тамара Валентиновна Иванова. Она пришла в Арктику работать в 2003 году и в прошлом году ушла на заслуженный отдых. Благодаря Тамаре Валентиновне дети могли учиться релаксировать. Они ходили к ней на кружок «Сам себе психолог». И кроме этого, самый главный проект, который она реализовала, конечно, это проект профессионального самоопределения, когда каждый ребенок в течение 4 лет обучения в 8, 9, 10, 11 классе писал свой проект профессионального самоопределения, а в 11 классе он уже рассказывал о своей будущей профессии. Она сыграла тоже очень большую роль в становлении личности каждого ребенка в школе «Арктика». Живем мы в огромном мире. Мой народ в нем, как капелька в море. Говорим мы на разных наречиях, свой быт и обычаи храня. Будем беречь то, что создано природой. Друг друга любить и дорожить. Сильный слабого защищать. Младший старшего почитать. Хлебом солью делиться. В семью единую слиться. Жить мирно и счастливо
И Суглан в конце говорил: «Вам желает счастья школа Арктика». Вся финансовая сторона деятельности школы Арктика находится в надежных руках Галины Ивановны Зуевой. Так, я Зуева Галина Ивановна. Работаю в Арктике с первого дня 99 года. Вот, пришла сюда, я здесь работала еще в строителе профилактории. Потом осталась, Виктория Петровна попросила, я осталась работать в школе Арктика. Сначала было, я вела зарплату бухгалтером. Было 12 человек всего сначала. Потом быстренько-быстренько набрали весь коллектив, с которым я проработала 20 лет, ни одного дня не пожалела. Поэтому скажу, как был такой даже случай, когда Виктория Петровна меня один раз позвала и сказала: «Расскажи, Галина Ивановна, как ты работаешь с преподавателями, воспитателями, что нет ни одного конфликта». Я ей сказала: «Все девочки у нас вот такие замечательные. Всегда разговариваю, как, ну, всегда все положительно, ни на кого не могу ничего сказать». Также, я думаю, у них обо мне такое же мнение. Да. Поэтому, да. Но еще что скажу. Когда, ну, был такой случай, как это самое, когда уже выходишь на улицу, дети вот, или даже здесь у них ходят, у детей такие лица всегда, знаете, как сказать, светящиеся глаза, и по ребенку смотришь, что им здесь очень хорошо. Хотя они находятся круглосуточно, это же они, как сказать. Особенно я одного помню, который пел на крыльце песни, помните, да? Он сейчас артистом, сказали, что работает. Вот. И еще что скажу, с Викторией Петровной проработали 18 лет вместе. Вот. И поэтому каждый раз вспоминаешь, плохого ничего не могу сказать. Это был руководитель, как сказать, от всего сердца. Она с каждым могла говорить то, что надо, что сказать. И поэтому к ней, конечно, это самое. Ну и девочки все, учителя, воспитатели, я им желаю просто, чтобы были благодарные им ученики, талантливые, чтобы их всегда вспоминали и учились, потому что они это все могут, учителя и воспитатели. Вот. Потом я еще хочу сказать, что ну, если даже ребенок попадает сюда трудный и не знает, что ему сделать, буквально месяца два-три, мне кажется, он чувствует все это совсем по-другому. Поэтому, да, я им желаю талантливых детей, чтобы понимали их труд. Они выкладываются, не считая со временем, не считая там со своими семьями, я так думаю. Но это все вообще. Арктике, конечно, уже 25 лет будет в феврале. Но я считаю, что еще чтобы было, как говорится, постоянно она работала. Школу «Арктика» невозможно представить без учителя эвенкийского языка, заместителя директора по языковым проблемам Клавдии Иннокентьевны Макаровой. О создании особенной школы в Южной Якутии шли разговоры уже давно среди интеллигенции. В Янгру в 1998 году приезжал директор республиканской школы Иван Иванович Шамаев с математиком, тоже известным. И они говорили: вот мы в Якутске создали школу РК, и там принимаем детей со знанием языка. Вот бы вам тоже тут создать при ЕГУ такую школу, чтобы дети эвенки начали получать хорошее образование с промышленным уклоном, да, с техническим. Так, потом наша кандидат филологических наук Венера Петровна написала обоснование о том, чтобы при ЕГУ здесь открыть такую школу, чтобы дети могли получать высшее образование. А то наши дети, образование наших детей заканчивается 9 классом. Она написала обоснование, и на научно-практической конференции в городе Нерюнгри
и выступила с этим обоснованием. Но как такой поддержки ее выступление не получила. Несмотря на это, она же с характером, с боевым, Венера Петровна, вы ее знаете. Это обоснование отправили в Якутск. Там ее идею поддерживала очень активно Августа Дмитриевна. Угу. И неожиданно и к нашей радости 15 февраля вышло постановление правительства о том, чтобы в городе Нерюнгри открылась школа. Но не только для детей эвенков, но и для всех северных народов. Эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей, долганов. Да? Да. Потом, а почему называется эта школа Арктика? Потому что тот год был годом Арктики. Угу. Коллектив, конечно, у нас замечательный. У нас работали такие профессионалы, как Иванова Елена Иннокентьевна. Угу. Архитектор. Архитектор. Да. Сейчас она строит нашу школу. Так, Анастасия Федоровна Мартынова. Замечательная, талантливая девушка, хореограф. Какие только танцы она у нас не ставила. И недавно она поставила танец нерпы, да? И недавно наша хореограф сейчас, Екатерина Андреевна, этот танец восстановила. Ну, я такая радостная была, что этот танец восстановили. Коллектив подбирался долго, тщательно. Угу. Конечно же, каждый делал на своем месте свою работу хорошо. Вот мне сейчас очень было очень радостно слышать то, что дети сами сказали, что самое главное в нашей школе – это традиция. Мы создавали школу, к нам приходили мысли этнопсихологи, психолога Валерии Мухиной. Мы поднимали детей на крыло. Вот сейчас только говорили, что дети к нам приходят и начинают свою жизнь с чистого листа. И тут же они начинают участвовать во всех мероприятиях наших и городских. Однажды наши дети участвовали в конкурсе «Самоцветы Нерюнгри». И одна девочка, Ага Слепцова, она говорит: «Я и не знала, что я такая талантливая». С чистого листа начинают, и тут они, конечно, раскрываются. Каждый преподаватель, каждый воспитатель старается так сделать, чтобы они тут нашли себе место. Может быть, там у них не получалось на своих местах, может, они были там не на хорошем счету, а здесь они стараются быть хорошими детьми. Хотя приезжают дети с разным уровнем обученности, с разными характерами, с разным уровнем воспитания. Но они тут становятся другими. Наши дети нам помогают. Вот сегодня вы видели, что наши дети нас что делают? Поддерживают. Не только мы их поднимаем на крыло, но они нас тоже поднимают. Конечно же, преподаватели у нас были тут очень сильные, и есть сильные преподаватели. К нам дети приезжают целенаправленно, например, к тому учителю, которому они хотят взять знания для поступления в институт. Вот такие замечательные люди работали и работают в школе Арктика. Они, эти славные ветераны, все свои силы вложили в становление и развитие школы Арктика. И многие поколения арктиканцев будут их помнить, любить и гордиться ими. А мы же пожелаем им дальнейшей успешной работы во благо школы Арктика, которая за эти годы стала им родной. Отличного здоровья, бодрости духа и оптимизма, и еще долгие годы не стареть душой.